И всем привет, дорогие друзья! С вами вновь Теслер, и мы продолжаем наше прохождение Morrowind, второй сезон. Итак, у нас куча миссий скопилась в гильдии магов, и пора их разгребать потихоньку. Думал я создать какие-нибудь зачарованные вещи, друзья. Хотел на постоянный эффект, допустим, зачаровать поясок с восстановлением запасом сил, но, к сожалению, убить золотую святошу за 60 секунд... Для меня это, к сожалению, походу нереально пока что. К тому же, святоша пользуется то ли отражением, то ли поглощением, по-моему, заклинание, и это вообще мои шансы на нет просто равняет. Если бы, конечно же, она чуть больше бы была, возможно, у меня был бы шанс зачаровать ее душу, точнее, захватить душу. Но пока что нет. Хотел я еще, наверное, сделать миссию с Ажирой и кольцом чернокнижника, но думаю, пока что не буду. Отложим на потом. А вот создать заклинание какое-нибудь новенькое было бы очень кстати. Я прокачал разрушение до 82. Также продал все ненужные вещички, кое-что выложил, чтобы было посвободнее у нас. Так, давайте создадим заклинание, основанное, наверное, на ударе молнии. Наиболее таком заклинание, у которого меньше всего сопротивляемости у других. А, на себя, ну да, конечно. Так, удаленные цели примерно, я не знаю, давайте сороковник. Дорогое очень заклинание получится. Вот стоимость... Сейчас. 42 его будет, но шанс на успех 145. Так, и немного футов прибавим. 43 стоимость, очень дорогое, но тем не менее помощнее хотя бы будет что-то. Назовем, допустим, шокер. И создадим. Так, осталось у нас еще сколько денег-то? 18 штук. А, что-то тут куча всего. Так, давайте щит удалим. Не, он не понадобится. Хамелеон тоже. Светоч. Призвать кинжал. Остальное оставим. Так, думаю отправиться в Альдрун. Кстати, да, еще прикупил ингредиентов. Морозная соль, коммуника. Сейчас попробуем еще зелень посоздавать. А, нужно еще для начала выпьем интеллекта, увеличение. Так, морозная соль и коммуника. Остановить магию. Ну как хорошо. А, черт, только говорю, хорошо пошло. Сколько получится создать? 9 пунктов на 19 секунд. Так, это как бы ты бы сложил мне это все в одно. А то все по отдельности. Не так много. Около 180 маны, да, получается. Около того. Восстанавливает. Ну, все лучше, чем ничего. А эти у нас были... Уже не найти, да? 20 на 5. Ну, эти, да, больше. Намного больше восстанавливали. Качественное восстановление магии, да. Это нам кто-то их дал, видимо. Так. Давайте в Альдрун. Там будем проходить следующие миссии. Поставим сразу же в Альдруне пометочку. Так, какая у нас миссия? Задание. Зелье обнаружения существ. Ну, пока что задания будут совершенно обычные. Принеси, отдай и так далее. Нам нужно сгонять Садритмору и взять у Органианина это зелье. Зелье обнаружения существ. Ну, пока что не буду пользоваться возвратом. Так уж. Побегаем. Разомнемся. Так. Вот оно. Следующее. Нужно получить экземпляр книги Кимер Вамидиум. Книга о Двемерах. Она находится в Вивике у одной... У одного члена гильдии, так сказать, у одной эльфийки.
Странно, что мы воруем у собственных же членов эти книжки. Так, вот у нее. Прошу вас, спрашивайте о чем угодно. Надеюсь, она нас не запалит. Так. Вот. Сохранимся. Блин, сохранение стало намного дольше. Потому что я, главное, скачал новую версию записывающей программы. Но, тем не менее, почему-то думал, что лучше запись будет более стабильной, а оказалось все наоборот. Что почему-то загрузки и сохранения стали намного дольше длиться. Удивительно. Просто чудеса какие-то. Так, отдаем книжку. Нет, оставляем ее себе. Теперь нам нужно разобраться в Моргане с Хулин. У нее там что-то произошло. Так, ну Морган мы через Эльдрун выйдем. Минутка есть. Морган, так. Живет она за пределами города. Если здесь поспрашивать, допустим, хижина Хулин, то они подскажут. Но в ампост я загляну все равно, чтобы купить заклинание восстановления сил, потому что в любом случае нам понадобится. Да, вот, святого Мериса. Рано или поздно я смогу уже завалить золотую святошу, надеюсь. Мечом, конечно, было бы намного проще. Так, вот ее хижинка. Только надо выпить чего-нибудь. Выпить магию, вот. Наконец-таки они в одну ячейку собрались. Так, немножко медленно. Можно, в принципе, подождать. Нет, нельзя. Тут птицы. Нет, не хочу ждать. А, искам. Это я хоть то? А, это искра. Давайте применим лучше наше новое. Заклинание. Так. Молодец, вызвал скампа. Здесь ключик лежит. Совсем без одежды. Я не знаю, что он делал без одежды. Со скампом, да, моя ошибка. Все. Теперь возвратом воспользуемся. Разобрались. Два свитка пятой преграды. Щит. Следующее. Так, с этой книжкой все закончено. Не буду и произносить снова. Нам нужно вернуть ее обратно. Так, Вивик. Привет. Причем книжку можно сразу же отдать ей. Потому что у нее украли, точнее кто-то забрал. И она будет очень рада, что вы нашли другой экземпляр, хотя это тот же самый. Готово. Амулет вмешательства Альмсиви и божественного вмешательства. Дали два амулетика. Теперь нам точно уже не понадобятся свитки. Хотя... один-то, наверное, понадобится. А, может и нет. Ну ладно. Сколько они весят? Да в принципе они весят 0,2 всего. И на, иной раз кому-то надо спасти с помощью этих свитков. Ладно, оставим. А, задание следующее. Что это я? Так, задание. Нам нужно найти двемерскую трубку. Она говорит об Штурмдуце, который находится к западу от Альдвилоти. Тем не менее, двемерскую трубку можно достать хоть откуда угодно. Но так как это в Гнисисе, поэтому нам по пути будет. А, так, лучше я здесь тоже возьму Силстрайдера. Минутка
Так, Гнисис. Так, заодно возьмем кольцо Динстагмера. Потому что, как мы уже разобрались в комментариях, защита от магии не блокирует различные элементарные уроны, такие как электричество, огонь и холод. Поэтому очень жаль, конечно, придется достать кольцо Динстагмера. Как-то я раньше об этом даже не задумывался. Тут рыбешка нехорошая плавает, бывает. Ну и если нам кто-то встретится здесь, нам встречается скамп, который не хочет умирать с двух ударов, придется еще искру задействовать. Какой-то он немножко в ступор впал, что сюда кто-то зашел за столько много лет. Так, нужен щуп. Отлично. Щуп наемника. И возьмем кольцо Динстагмера. По 30% сопротивление к холоду, огню и электричеству. Заодно восстановим магию тогда. Восстановление Лемсиви. Восстановление Лемсиви. Про истории всех этих артефактов я уже рассказывал в первом сезоне. Как и Кирасы, шкуры, спаситель, так и кольца Динстагмера. Все это можно прочитать в книжке про... которая лежит либо в трибунале, про артефакты Тамриэля, книжка называется. Либо про... либо в... у гнома. Который единственный остался в живых. Так. Нам нужно найти эти развалины. На самом деле они находятся по пути к тому месту, где лежит амулет теней. Думаю, добуду я амулет теней для тех, кто не видел в первом сезоне. Могу показать такую читерскую вещь, как амулет теней. Так. Ну и все, практически пришли. Вот стоит девушка, которая потеряла кольцо в воде. Можете поискать это кольцо в воде. Удачи вам. На самом деле оно там лежит, просто немножко трудно найти. А вот ее подружка, которая нападет после того, как вы возьмете за это кольцо. Что такое? Ну да, очень вовремя ты пришла сюда. Поэтому сразу же убьем ее. Она стреляет из лука. А та кидается звездами. Амулет теней, кто не знал. Хамелеон 80% на 60 секунд. Фактически вас вообще никто не увидит. Еще если у вас немножко развита красца, это вообще замечательно. Можно украсть все что угодно из-под носа. Особенно продаете артефакты в музей артефактов, а потом их обратно, блин. Да что такое? Я молодец вообще. Прекрати метать меня звезды. Вот буквально двух ударов ей бы хватило. У нее вроде ничего такого нет, а нет золота. Отравленное кольцо и кинжал, зачарованный на отравление. Ну а нам нужны вот эти вот две мирские руины. Так, я только точно не помню, хорошо ли электричество влияет на роботов. Я думаю, оно должно их наоборот подпитывать.
Только не птиц. Не хочу. Так, тут темновато, но у нас вроде был свиток глаза кошачьего. Воспользуемся. Так, еще один бутылек выпьем. Быстро расходуются, друзья. Так, ладно, посмотрим, как влияет на... Нет, знаете, неплохо, из двух раз как раз хватает убить сферу Центуриона. Очень хорошо. Наверное, надо в трибунале обокрасть все эксклюзивные бутыльки. Этого один раз хватает. Так, и трубка. Трубка. Вот она. Единственная тут лежит, главное. Ну и все. Можем возвращаться обратно. Поделись своими мыслями, друг. Вот. Следующее задание. Нам нужно выполнить здесь все задания, иначе мы не получим главное повышение, чтобы потом вызвать Архимага Трибониуса на дуэль. Так, нам нужно собрать отчет о раскопках в Нунчелефтинге. Он находится чуть дальше горы Кант. Поэтому нам нужно отправиться в Малагмар. Продолжай. Так, путешествие. Вначале нужно нам в Балмору. Зачем идти пешком, когда можно ехать верхом? Для вас, Мергия. Вивик, так, а, еще раз. Малагмар. Опять здесь куча птиц будет. 100 пудов. Эх, как я вас не люблю. Ну вот уже. Уже начинается. Блин, куар. Какая милашка, он так язык совывает вообще. Самое милое существо в Моровинде. Ну, если он, конечно же, хороший и не трогает вас. Ручной гуар. Или вьючной, которого можно купить в трибунале, например. Кстати, друзья, продолжая тему магии, забыла совершенно сказать. Так как обычное сопротивление магии не блокирует, урон от элементов, то... лучшей расой по сопротивляемости к таким элементам является Нордлин, у которого, по-моему, 100% в начале сопротивление холода и еще 50% сопротивление электричеству, насколько я помню. Так вот, если достать этому Нордлингу еще кирасу из кости дракона, он получит еще 100% сопротивления огню. И потом еще достать кольцо Динстагмера, то у него будет 80% сопротивления к электричеству. И, в принципе, остается только защититься от электричества. Я не знаю, входит ли в элементарный урон, например, как там его, яд? Не знаю точно, но если так, то Нордлинг действительно самая лучшая раса по сопротивляемости к уронам от элементов, если его вот таким вот образом собрать. Можно, в принципе, какую-нибудь шапку. По-моему, была меховая шапка на сопротивление электричества 20%. Что-то такое. Блин, я так надеялся, что... Блин, вот черт. Да... О, черт. Хорошо, что потом убрали из Обливиона, из Скайрима чертовых птиц. Наверное, самые бесячие. К
Как их можно вообще терпеть? Да черт! Ты знаешь, сколько мне за одно заклинание такое обходится? Да... Полманы на тебя истратил, блин. Кстати, нам отметили на карте этот мучлифтинг. Скрип. А вот тут целое, блин, сборище, да? О, как классно. Еще и алит здесь. Тебя-то должно хватить. Так, можно махнуть через гору. У нас... Блин, да что ж такое-то? Вы серьезно, блин? Все. А можно... А, кстати, я здесь и так переберусь. Я думал, может использовать заклинание левитации. Тут еще гуар. Извини, гуарчик. Хм, классный арбалет. Точнее, это не арбалет, а как это? Баллиста. О, точно. Возьмем опять наше заклинание. К сожалению, больше у меня нету никаких зелий. И свитков, по-моему, кошачьего глаза нету больше. И ни факела нет. Плохо, друзья, так что придется так. Поговорим с этими исследователями, горе-исследователи. То, что их не человек пропал вместе с отчетом об раскопках. Поэтому мы должны его найти. Здесь также небольшая загадка. Какой рычаг дернуть? О, вот этот вот. Если дернете не тот, то удачи вам. Потому что вас испепелит, и вы превратитесь в маленькую горстку пепла. Так. Вот ниже. О, больше никого. Висячие сады. Крайне важно взять. Книжка. Основная книжка. О, открытие секретов Двемеров. Кто-то нас запалил еще. Хм, не знаю. Надо к тем парням вернуться. Видимо, кто-то сверху. Там вроде был охранник. Тоже здоровый робот. И все, да, отчет о раскопках сообщили, теперь можно возвращаться. Похоже, у меня... Поделись своими мыслями, друг. Мне так хорошо. Да, вот, возьми отчет. Спасибо. Так, еще задание. Я хочу, чтобы ты нашел планы или чертежи Двемеров. В рапорте упоминается Мчулефт, место к юго-западу от Даганфелла. Вам придется переплыть или перелететь часть моря призраков. Угу. Которые... Все планы и чертежи. Ну что ж, нашли... Но мы еще не нашли. Так, Мчулефт, да? Придется плыть на Даганфелл. Перелетать что-то мне не особо охота. Садритморье я не буду проходить, гильдию магов. Ну там тоже в начале обычные совершенно квесты. Сделай то, сделай все. Так. Балмару. Для вас мы организуем специальный тур за ту же цену. И Вивик.
Правда, до Ганфелла, по-моему, с Адритмора едет кораблик. Чего ты хочешь? Так, Хлоу, Табингард, Тельбранора. Половину денег, наверное, тратим на то, чтобы переехать из одного места в другое. Так, Гритмора. Даганфелл. Тот остров, на котором после Красного года спаслись остатки данмеров. Так же, как и на Солтсхейме. Окей. Где там искать-то? Я не помню, честно говоря, где находится. Находится в Чулефте к юго-западу. Так. А, нам отметили их даже. Ладно. В принципе, можем здесь остаться и сходить до вампирского кольца и остальных вещичек. Это вариант, в принципе. Сходить в Альдвилотте. Так, еще один бутылек выпьем. У нас уже подходит к концу мои запасы, которые я сделал за очень большие деньги, которые купил. А морозную соль на них. Очень невыгодно. Так, надо было ведь взять факел. Ну что ж я так не подумал-то? Или сделать уже наконец-таки заклинание нормальное. Ой, я что-то забыл. Тут ведь обитают орки, друзья. Это плохо. Не то, что не потому, что они враждебные, а потому, что у них сопротивление магии, по-моему, 20%. А, ну элементы-то не относятся к ним. Ой, не бей. Да, что это я туплю-то? Ну вы тоже как-то тупите. Блин. Ой-ой-ой-ой. Хороший-хороший орк. Нам нужно найти здесь все чертежи. Сколько я их не помню точно. С оркской секирой, однако. Ха. Интересно. И вот не помешало бы заклинание света какое-нибудь. Может у них здесь есть какой-нибудь факел? Еще закрыто все. Очень бы не помешал факел. Ой. Ты принесешь мне славу. Блин. Нет, ну вы быстрые парни так-то. Так, с какой стороны выйдешь? Выйдешь ли вообще? Что у тебя? Увеличение зачарования. Забавно. Ключ от Чулефт. Последний бутылек. Вот там еще кто-то был. Давайте тут пока еще осмотримся. Вот здесь должны, да, планы. Что еще нужно? Планы Скоробея Двемеров. А, только планы? Мне казалось, что еще надо что-то было найти. Ты стойкая. Тут уже братская могила у них. Да что ж такое-то? О, абуза, это то, что нужно. Что-то как-то только мало восстанавливает. Ну, нет, она здоровье восстановила. Ой. Ой. Не бей. Так. Что у нас тут есть? У нас есть очень мощное восстановление.
Так, тоже ключ. Увеличение скорости. Тут, по-моему, ничего нету. Я сам плохо, друзья, вижу, поверьте мне. Есть еще яйцо времени, да, книжка. Как разбить, фактически уничтожить сердце Дегатура. Возьмем, вдруг ей тоже оно понадобится. Остался последний, второй этаж. Но все равно заклинание уже сильнее, и мы можем уже кое-что даже сделать. Но нужно срочно опять наделать бутыльков. Блин, мне страшно. Они так бегают, вообще жесть какая-то. И опять мана закончилась. Вот если совсем сейчас закончится, будет вообще плохо. Так, увеличение интеллекта выпьем. Это поможет нам. А вот дальше что нам поможет, я не знаю. Еще увеличение интеллекта. Так, окей. Вообще маны нет. Прекрасно. Так. Что из заклинаний? Ничего. Ладно. Он нас видит. Попробуем его сейчас посохом добить. Не думаю, что это у нас получится. Потому что дробящим я тоже не владею оружием. Ладно, черт с ним. Не будем тратить время. Посмотрим, что тут есть, и уйдем. Так, ничего, зря только сюда зашел. Есть паралич, мерзкий меч ускользания. Ну все. А что, я вернуться не смогу? Вот это плохо. Ладно, еще увеличим интеллект тогда. А, нет, не работает. Так, ладно, тогда выберемся отсюда. Поспим. Так, теперь попробуем увеличить интеллект. Нет, не работает. Магия не повышается. Вот это... В Альдвилоте придется нам не идти, друзья. Я думаю, здесь остановимся. Так, доберусь уже дальше. Потому что маны не осталось, и бутыльков тоже у нас не осталось. Очень плохо. Надо что-то такое, друзья, придумать конкретное. Не знаю. Ладно, друзья, всем спасибо, кто смотрел. С вами был Теслер. Увидимся в следующей серии.